Всю жизнь хотел такое видео снять. Не кочегары мы и не плотники. Давно меня не было. КамАЗ песка швырнули сюда. Вот это крыша. Если сюда подавать бадью краном, тут до края, может, он и достанет кран. Переворачивать кран бадью. И песок, чтобы просыпался сквозь эти шахты. Сквозь эти шахты. Вон надо заполнить 7, 8, 9 и 10. Таким образом не надо развозить будет и лопатой выгружать. То есть просыпать с крыши сразу на все этажи заполнять. Но надо песок, кран и подсобников. И тогда мы очень-очень эффективно это сделаем. Потому что раньше мы возили, потому что крана не было с такой высоты. Еще двое внизу. КамАЗ песка, грая там осталось. Цементы. Цеглы. Там еще один разбирает опалубку, щабли, лестницы. Работа идет. Песок сейчас привезут нам. Кран уезжает через 2 часа. До среды, до четверга его не будет. Мы будем тут строить, этажом ниже будем строить. Если нам дадут еще одну мешалку, то этот торец ниже тоже заложим, как вы просили. Это 10-й этаж 2-й секции. 2-й секции, 10-й этаж. Запакованный на 95% цеглою. Тоже запакованный. А та секция вся запакована полностью. Осталось на этой секции у нас только 2 этажа. 2 этажа еще запаковать. И то процентов по 70. И все.